Ну, я думаю, главное не количество, а качество, как многие говорят опытные люди. Поэтому давайте же посмотрим, насколько сочный поединок приготовили нам наши тяжеловесы. Оценим их визуально, а потом уже и технически. Поэтому попрошу ваше внимание на телеэкраны. Дамы и господа, леди и джентльмены, Данил Самсоненко. Давайте поаплодируем парню, который к нам приехал, который приехал в гости, и сейчас будет показывать хороший поединок. Поаплодируйте. Есть, отлично, мы к кому-то все-таки обратились. Так, как настроение, как самочувствие, не волнуешься? Нет, отлично, все отлично себя чувствую. Скажем так, ты сегодня покажешь себя не хуже своих друзей, которые приехали вместе с тобой? Надеюсь, буду стараться. Подготовки к этому, к подготовке этого, к этому бою ты подошел усердно? Да, ну как сказать, нормально. Ну скажем так, потел, старался, убивал там себя на тренировках? Да. Хорошо, ну что ж, давай тогда, скажем так, победы, удачи и главное, не забудь, что тебе нужно делать. Дамы и господа, аплодисменты нашему гостю. Встречаем. Ну что ж, дамы и господа, если верить библейским историям Ветхого Завета, то сила этого бойца в его волосах. Ведь перед нами восьмиугольник приглашается Даниил Самсон! Самсоненко! Ну и, конечно же, представитель международного промоутерского центра «Звезда». Если кто не знает, это промоутерский центр Олега Токтарова, первого русского чемпиона боев без правил времен первых турниров UFC 96 года. Ну давайте не будем о его промоутере, а посмотрим на самого бойца. Кто же это? Давайте посмотрим телеэкран. Дамы и господа, со мной в разделке находится Юрий Горбенко. Ваши аплодисменты. Давайте поддержим спортсмена. Это наш боец. Давайте громче. Слушайте, вы занимаетесь боями без правил уже сколько лет? Уже 3 года. Уже 3 года. А у вас есть вот вообще любимый какой-то вид спорта? Ну, там, не знаю, из ударного, из борцовской техники. Ну, я выходец из кикбоксинга, из тайского бокса, потому ударная техника для меня как бы ближе. Слушайте, а как вы считаете, вы являетесь нокаутером? Нет. Больше техники, да, у вас? Ну, а за вашу карьеру часто встречались? Ну, часто были нокауты у ваших соперников? Были. Не без этого. Надеюсь, вы в нокауте не бывали? Было. Было дело, да, все-таки. Надеюсь, сегодня обойдемся без нокаутов. Мы желаем вам победы. И самое главное, покажите хороший поединок. Дамы и господа, удачи нашему спортсмену и, конечно же, бурные овации. Алекс, встречай. Ladies and gentlemen, восьмиугольник приглашается боец абсолютной весовой категории, представляющий международный промоутерский центр «Звезда». И его имя Юрий Горбенко!
Ну что ж, самое время представить спортсменов. Итак, слева от меня. Боец весом 96 килограмм, 190 сантиметров, его рост ему 23 года. Является кандидатом в мастера спорта по рукопашному бою, кандидатом в мастера спорта по боксу, призером чемпионата Европы по рукопашному бою, чемпионом Донецкой области по боксу. Тренируется под руководством всем известного Юрия Киселева в Донецке в спортивном клубе UK Promotion. Ladies and gentlemen, Данил Самсон Самсоненко! И его соперник, стоящий справа от меня. Боец весом 98 килограмм, 180 сантиметров его рост, ему 32 года. Является чемпионом Украины по рукопашному бою, чемпионом мира по тайскому боксу, чемпионом мира по кик-джитсу. Тренируется под руководством тренера Сергея Шестакова. Представляет международный промоутерский центр «Звезда» Юрий Горбенко! So, let's make the real fight show. Давайте наслушаем команды, соблюдаем правила. Пожали руки по углам. Итак, первый раунд. Поддерживает спортсмена.
борет, тот того падает. Короче, я так понял, будет битва. Корпус можно, корпус можно. Что это такое? Коленом, коленом разбивай. Вес должен помогать. Вес. Вот так, от головы. Вот. Начал догонять. Пачкам, простите, господа, еще один добряк. Нокаутом на 50-й секунде второго раунда победу одержал Юрий Горбенко! Юрий, буквально несколько слов. Наши люди позаботятся о твоем сопернике. Итак, я уже предупреждал парня, что осторожно, вспышка справа. Он не услышал. Такое бывает. Скажи, пожалуйста, вот ты вообще представитель К1 изначально, ты выигрываешь и восьмерки, и в финал входишь там в Молдове или в Румынии, да? Было такое когда-то. В Болгарии, да, ну где-то там. Вот, и то есть ты безупречный ударник, все знают тебя как кикбоксера,
Но в последнем поединке, я помню, вот в UFC, да, в Калининграде, ты также отлично выходил через мостик из болевого на руку, и я видел у тебя прогресс в борьбе. Почему ты сейчас не решился бороться, а отдавал противнику вставать? У меня была тактика замучить соперника, чтобы он выдохся. Мое дело потом доработать. То есть работа на выносливость. Я думал, что борьба борьбой, а ручки-то помнят, да, ударки. Ножки тоже. Ноги. Ножки тоже. Дамы и господа, великолепный нокаут. Такое бывает у нас не так уж часто. Юрий Горбенко!